Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова. Сегодня мы вместе с вами полистаем каталог Oriflame номер 5. Я вам покажу свои любимые продукты и все покажу, которыми мы пользуемся сами, и дам вам рекомендации по применению продукции. Желаю вам приятного просмотра. Каталог начнет свое действие с 4 апреля и закончится 23 апреля, ровно 3 недели. А я сейчас вам буду демонстрацию делать с помощью e-каталога. Мне, кстати, он очень нравится, потому что здесь можно посмотреть, как пользоваться продукцией. Когда мы листаем на стрелочке вперед-назад и увидите какие-то картинки с видеокамеры, как будто нажать play, нажимайте с телефона, это так здорово. Можно посмотреть ролики сразу об использовании продукции. Итак, давайте посмотрим, что в этом каталоге особенно интересное. Я вам покажу, конечно, продукцию, как обычно. Обращайте внимание на значки, которые компания выставила в самое начало каталога. Вы должны быть вооружены, почему наша компания настолько высокоэтичная, инновационная, какое отношение у компании к окружающей среде. Я думаю, что это для многих людей очень важно. И разнообразный ассортимент. У нас есть все абсолютно, от кончиков, как говорится, от макушки до кончиков пальчиков на ногах. Тут есть, кстати, подсказки, как смотреть, как заказывать все каталога. Можете научить пользоваться своих клиентов электронным каталогом, и будет просто великолепно. Вам будут только прилетать заказы. Итак, с чего начинается каталог? Первый. Вы можете заказать такой набор за 59 рублей. Три пробника. Пробника аромата Infinita, крем энергетик для кожи вокруг глаз. Плоховато вижу немножечко здесь. И пробник помады The One Metallic. 59 рублей. Я обычно такие наборчики потом раздариваю клиентам. Теперь смотрим. Любой продукт по специальной цене при заказе любых двух продуктов со страницы 8.19. То есть, я так поняла, защитная сыворотка входит, и вот все продукты, начиная с 8. А, нет, нет, подождите, подождите. А, поняла. Вы можете взять сыворотку и какие-то еще продукты, и будет специальная цена при заказе любых двух продуктов. Слушайте, ну здорово. Смотрим тогда по нижней цене и следите, чтобы было четное количество. У меня часто бывает, конечно, у самой, что я, например, закажу две помады и одну сыворотку и забуду, что надо еще что-то четвертое поставить, чтобы цена была максимально приятна. Итак, расскажу вам про эту страничку. Защитная сыворотка Optimals. Сама сыворотка мне очень понравилась. Она действительно хорошо увлажняет, она прекрасно ложится под крем, потом расход крема вообще небольшой, но лицо при этом сияет, и такое прям вот, ну, красиво очень. Но мне не понравилась крышечка. Вот, кстати, этим страдает, мне кажется, вот серия The Optimals. Во многих бустерах была такая вот ситуация, но вот этот нормальный. Я их закручиваю, а они потом через какое-то время оказываются раскрученные. То же самое у меня было с сывороткой. Конечно, здорово, что здесь пипетка есть, что вот мы набрали продукт, достали капельку, да, и так далее. Бустер, правда, вам показываю. Сейчас у меня нет такой сыворотки. Но то, что она постоянно была открученная, для меня это не очень удобно. Во-первых, если куда-то с собой взять дорогу, то уже не получится. Во-вторых, я могу не постоянно пользоваться не каждый день продуктом, и мне не очень нравится эта ситуация, что он открытый, поэтому не могу рекомендовать прям на 100%. Далее, матирующий праймер для лица, придающий сияние праймер и цветокорректирующий. Для чего они нужны? Мне кажется, это очень понятно. Если у вас кожа жирная, то вам нужен матирующий праймер под тональную основу. Сияние — это прекрасно, у кого кожа хорошая, сухая или нормальная. Даже комбинированное приятное сияние можно расположить на определенных зонах, то есть на скулах, где-то на зоне над губой и так далее. И сверху уже мы проходим с тональным средством. А цветокорректирующий праймер, он очень здорово подходит всем, у кого неровный тон кожи, то есть есть какие-то покраснения, пятнышки, там где-то вот воспаленные участки, то идет цветокоррекция, и сверху уже тон накладывается, получается классный результат.
Следующий продукт — мультиактивный бальзам для губ с SPF 15. Недавно только как раз в пустых баночках показала свой бальзам, у меня закончился. Я могу сказать, что 10 из 10, моя любовь к нему, она, я так надеюсь, что навсегда, потому что настолько продукт прекрасный для губ, он и увлажняет, и смягчает, никакого не возникает ощущения сухости, шелушения. Вот сейчас был такой сложный период для кожи, когда из зимы мы в весну переходим, то у кожи всегда стресс больше, чем, кстати, когда мы из осени в зиму переходим, потому что и так идет авитаминоз, и все у нас соскучилось по солнышку, по хорошей погоде. И вот меня этот мультиактивный бальзам как раз спас. У меня немножечко оставалось, я его этот период активно использовала каждый день, даже кисточкой до последней капельки все вымазала. Ну, прекрасный продукт, очень рекомендую. Кстати, если два заказывать, то будет цена уже повыгоднее. Следующая страничка — это вся серия Optimals, уход за лицом. Я думаю, что сейчас многие обратят внимание на эту серию, особенно потому что цены подросли, и соответственно, кто раньше пользовался NovAge наборами, да, может быть, сейчас скажет, пока временно буду пользоваться как раз Optimals. Вот она, это та самая стрелочка, можно нажать и посмотреть фильм про эту серию, как пользоваться, что для чего. Так, дальше. А, не рассказала. Самое главное, в эту серию, серия Optimals, именно городская серия Urban Gourd 3D для жителей города. Я этой серией пользовалась прошлым летом. У меня реально просто восторг от этой серии. Кстати, до сих пор остался спрей, который можно использовать и как термальная вода, и как увлажнение, и как основа под тональный крем или под тон. Потому что хорошее идет легкое увлажнение, такое классное распыление, здесь есть спрей, и очень надолго хватает, очень надолго. То есть я пользовалась все лето, осень, частенько вот зимой, сейчас весна. Вот не прям каждый день, но очень много, и он какой-то бесконечный. Потрясающий продукт, когда закончится, я обязательно повторю заново. Что мне в этой серии очень понравилось? Ночной крем, дневной крем великолепный, средства для умывания. Это просто, я не знаю, аналогов я не встречала этому средству, потому что его можно использовать и как маску, как скраб, как очищение. Уникальное средство, мы с дочкой его тоже очень полюбили. И здесь также есть отдельная мягкая мицеллярная вода. Кстати, хорошая вода, она лучше мне понравилась по качеству, чем предыдущая серия. Ну, тоже Optimals была розовенькая мицеллярная вода. Это лучше снимает макияж, то есть она более деликатная и в то же время чище идет, потому что я всегда стараюсь попробовать всю продукцию, чтобы у меня сложилось личное впечатление. И здесь есть выравнивающий тон, крем-гель для умывания. То есть очень хорошо у кого пигментация, какая-то неровность на коже, то есть он и для чувствительной кожи подойдет. Можете почитать состав. Кстати, рекомендуется для гиперпигментированной кожи. То есть, если у вас есть проблемы, да, с пигментацией, то вот тот самый продукт, который вам поможет. Есть антивозрастная серия. Серия для сухой, для комбинированной кожи. Тут написано для комбинированной и все, да. Получается, и бустеры. Для чего нужен бустер? Мы берем бустер. Одну-две капельки выдавливаем просто прям на ладошку, вот так выдавливаете, добавляете лопаточкой сюда крем, да, чуть меньшее количество, чем вы обычно используете по утрам, то есть бустер — это для утра только. Смешиваете все с кремом и переносите на кожу лица. Вот так вот я. Одним бустером мы не пользуемся, нет в нем никакого смысла, его только вместе с кремом. Бустер считается как маленькой волшебной палочкой, то есть он сразу поможет привести кожу в порядок. Если у вас есть недосып, усталость накопленная, то смешав бустер с кремом, вы увидите эффект лучше, чем от одного крема. И это действительно вот заметно. У меня сейчас... еще из прошлой коллекции бустер, вы так не смотрите, я вам просто показала, как выглядит эта упаковка, какой объем, что это очень удобно с пипеточкой. Ну, в общем-то, мне понравилось, я
все время беру бустер, но в основном у меня сейчас вот последние месяцы идет сыворотка по утрам из серии NovAge. Она у меня и на утро, и на ночь, но все равно иногда пользуюсь и бустером. Их подбирают по типу кожи, есть обновляющий, питательный и антиоксидантный. Обновляющий больше берут для комбинированной жирной кожи, питательный для нормальной сухой, а антиоксидантный, в общем-то, можно для любой кожи, просто чтобы улучшить ее состояние. Она будет прям сиять, такая красивая кожа становится. Далее на серии Love Nature. Серия уже по ценовой категории, она у нас стоит на первом месте, да, самая доступная цена у этой серии. Даже несмотря на то, что цены поднялись, все равно доступно, все равно можно себе такое позволить. Что в этих сериях есть? Первая линейка с апельсином и абрикос, органический абрикос, тонизирующее средство, потом тоник и тонизирующий гель. Вот я попробовала всю серию, брала дочки и с собой в дорогу брала вот такой гель. Но я вам сразу скажу, что для взрослой кожи в этом геле питания недостаточно. То есть мне не хватало питания, это была просто какая-то, знаете, вот катастрофа, я так это называю, потому что у меня было ощущение, что моя кожа хочет есть и пить. То есть это просто легкий гель на лето классный, потому что для молодой кожи. Но если вы взрослая уже девушка, то лучше смотреть серии или Optimals, или NovAge. Но зато мне очень понравилось тонизирующее средство. Оно идет с мелкими такими частичками, приятно отшелушивает кожу и умывает. А в серии с алоэ и кокосом, алоэ вера и кокосовая вода, а эта серия тоже классно подходит и для комбинированной, для нормальной кожи. То есть мне кажется, она вот такая более нейтральная, подходит практически для всех. Я ее так называю, нейтральная серия, и она и увлажнит, и если воспаление есть, то кожа выравнивается, потому что алоэ уже всем известное такое растение, которое добавляют, если нужно справиться с воспалениями какими-то, да, и так далее. Что здесь в этой серии? Очищающий крем, здесь именно крем, не гель, не пенка, а именно крем очищающий, тоник, крем-гель для кожи вокруг глаз и увлажняющий крем для лица. Я, кстати, дочке заказываю. Ей нравится, мне тоже нравится, что ей нравится. Вот как раз мы дошли до серии NovAge. Это антивозрастная линейка, люксовая линейка. И рекомендуется использовать всю серию целиком. То есть один продукт отдельно не даст того, что было подтверждено на клинических испытаниях. То есть если вы хотите, чтобы у вас сияние увеличилось 25 раз, а увлажненность на 89%, то нужно брать целый комплекс, потому что каждый продукт дополняет друг друга, и вы увидите крутой результат. Он реально очень крутой, я просто в восторге от этой продукции. Слушайте, хочу нажимать все время на эту стрелку, но нужно нажимать на другую. Так, что здесь еще? Сыворотка с 10% витамином С. Это серия NovAge Procuticals. Обратите внимание, насколько у нас сейчас расширилась линейка для домашнего профессионального ухода. То есть у нас есть и ретинол, и кислота 6%, да, с ахокислотами сыворотка. У нас есть сыворотка с витамином С 10%. Здесь вот посерединочке порошок, который мы вскрываем, именно когда нажимаем на кнопку, он только после этого смешивается с сывороткой. Это уникально, потому что если вы покупаете витамин С уже разведенный в сыворотке, то он не работает, он максимально живет 7 дней, поэтому этот флакончик нужно использовать за 7 дней. В наборе у вас будет 4 флакончика, то есть вы за месяц используете этот продукт. И что важно, не рекомендуется использовать, когда начинается активное солнце. То есть вот сейчас еще, когда вот только-только начинается, все равно еще у нас, например, то тучки, то одно, то другое, не так много времени проводим на солнце, еще можно пользоваться. Но если у вас уже устойчивое, стабильное лето, солнце и тепло, то лучше отложить применение такого продукта на уже осень, на позднюю осень, на зиму или на раннюю-раннюю весну.
Так, защитный крем для лица с SPF 50. Тоже кому нельзя, как сказать, нельзя загорать, нельзя быть на солнце, ищут повыше SPF. Вот, пожалуйста, у нас есть такой крем. И есть напиток Aqua Glow серия Wellness для того, чтобы напитать кожу изнутри. Я когда пила этот курс, здесь получается 15 пакетиков на 15 дней, то есть каждый день мы пьем и получаем классный результат в виде удивительно красивой кожи. Появляется румянец, появляется сияние, кожа как будто бы плотнее, мягче становится, при этом она более молодо выглядит. Уникальный продукт, и он, конечно, оправдывает эту цену, недешево, но кто может себе позволить такие напитки, это, конечно, просто восхитительно. Он с брусникой, он вкусный, он такой, легкая кислинка, приятная. Маска из биоцеллюлозы, маска обновляющая, она идет с неоцинамидом, экстрактом цинцеллы азиатской. Так вот, эта маска, она, конечно, уникальная. Смотрите, если вы заказываете 5 штук сразу, то скидка выгодная, то есть каждая будет стоить 619 рублей, а если вы берете 1, 2, 3 или 4, то каждая 1150. То есть обращайте внимание еще вот на такие надписи, про которые я частенько забываю. Маска мне очень понравилась. Я бы сказала, что это, наверное, лучшая маска, которую я пробовала в своей жизни. Она настолько эффективная, конечно, у нее и цена соответствующая, и она так вот классно работает. Вот, у нас прям идет тема масок, и я вам хочу показать потрясающий продукт, один из моих любимчиков. Это маска силиконовая. Для чего она нужна? То есть вы, например, нанесли маску питательную, а сверху наносите, то есть прикладываете аккуратненько, понятно, что здесь глазки у нас, носик, рот, и за уши цепляете маску, и она плотно прижимается к лицу. За счет этого очень хорошо работает маска, то есть усиливается ее действие. Конечно, не стоит наносить такую силиконовую маску на маски очищающие, глиняные, которые подсыхают, а вот на увлажняющие или на тканевые маски это просто шикарно. Я пользуюсь постоянно, кстати, у меня эта маска, наверное, уже около 2 лет. То есть с момента, когда она появилась, я сразу заказала, почувствовала, что это нужный продукт, очень полезный. И как видите, она в отличном состоянии, то есть у нее нет нигде вот трещинок, лопинок каких-то. Я ее постоянно использую, потом мою, вешаю буквально на батарею. Ну, полотенцесушитель, да, будем правы. Он чистенький, она высыхает, и я ее убираю. Можно ее просто на салфеточку разложить, она высохнет, и тоже ее убрать. Есть у нас еще сейчас вот такая маска, как раз очищающая, для всех типов кожи. Смотрите, какая красавица эта маска. У меня дочка ее просто обожает. Вот когда ее наносит на лицо, то она такого цвета и есть, насыщенно серый цвет. Маска чистит поры, потом их стягивает. Если есть какие-то воспаления на лице и так далее, то эта маска будет вам в самый раз. И вторая маска, она для глубокого увлажнения кожи. И опять обращаю ваше внимание, что если заказывать по 2 продукта, то цена будет выгоднее. На это все время смотрим. Далее, маска для лица с глиной и маска пленка с углем. Очень люблю эту маску, с глиной не пробовала, а вот пленку мы постоянно заказываем, только у нас еще в старом дизайне, а она вот немножечко обновленная вышла, удобная, классная, чистит хорошо кожу. Рекомендуется ее наносить предварительно, распарив лицо. То есть вы можете взять полотенце пушистое, смочить его горячей водой или согреть и приложить на лицо. То есть лицо согревается, и тут же наносите эту маску, эффект будет лучше. Опять же, ой, мои любимые пальчики. Как раз сейчас открою новую пачку, потому что у меня закончилась. Открываем пачку, и смотрите, вот тут есть замочек, и это очень классно, то что под замочком лежат у нас киви. Я записывала, по-моему, ролик, как этим пользоваться всем. Ой, вот такие вот киви, как настоящие. Тут их 8 штук всего, и все они в сыворотке вот так смочены. Я сыворотку, видите, все время на руки переношу, чтобы кожа на руках тоже была молодая. Использовали, потом вот так раз закрываете замочек.
И можно убрать в холодильник. Если будете пользоваться каждый день, то я оставляю в ящике в ванной и просто использую постоянно. Я режу напополам и уже дольки выкладываю под глазки. То есть так и расход меньше. Я считаю каждый день, вот, за 2 недели я ее однозначно использую. Мне очень нравится эффект. Эффект увлажнения, мягкость, отек снимается. Мне самое главное, чтобы не было припухлости под глазами. А также можно маску положить на лоб, на зону шеи. То есть там, где сухость, где надо увлажнить. Вот эта маска с экстрактом киви, она... Ой, не маска, а патч с экстрактом киви, оно как маска действительно работает. Сами кивинки, они из ткани сделаны, и много сыворотки, то есть они пропитаны. И я всегда наношу, потом трогаю. Если они начинают подсыхать, я уже снимаю, потому что вот не надо, чтобы отдало сыворотку, но назад уже не забирало в ткань, понимаете? То есть не надо держать их вечно. Конечно, это очень красиво, можно делать фотосессию прекрасно, веселиться всей семьей. Но если вы хотите косметический эффект, да, то делайте все как положено. И у нас вышли шикарные новые тканевые маски. Они из переработанного бамбука. И очень интересная текстура. Тоже недавно показывала на каком-то обзоре. И одна маска идет разглаживающая, а вторая очищающая. То есть можно брать ту и ту. Как раз цена будет немножечко выгоднее. Так, что здесь? Опять маски. К сожалению, нет сейчас такой маски. Я их заказывала очень много. Одно время какая-то была акция, что их можно было менее даже 99 рублей приобретать. И я их просто раздаривала клиентам, в каждый заказ всем вкладывала. Ну, то есть люди в восторге, потому что они хорошие по качеству, и они красиво сделаны. Они все приходят в таких красивых коробочках, оформленных очень... ярко, красочно. Внутри каждой коробочки отдельная масочка, ее нужно использовать за один раз, то есть мы наносим на все лицо и шею, и потом смываем, как обычно, и наносим уже дневной крем. И здесь же есть прекрасный продукт, который тоже рекомендую, сахарный скраб, маска для губ. Вот что делает скраб-маска? Делает нашу кожу мягкой, ухоженной, гладенькой, чтобы не было трещин, чтобы губки были пышненькие и манили к поцелую. Прекрасный продукт тоже. Пахнет вкусно, и он сахарный, он на вкус сладкий, то есть его хочется просто съесть, а пахнет экзотическими фруктами, как я люблю, чтобы вот было очень-очень вкусненько. Так, здесь у нас акция. При заказе на 1500 из каталога вы можете взять один из ароматов с большой скидкой. Это серия Экла, любовная серия Экла Амур, Экла Тужур мужской. Здесь у нас бижутерия. Вот я, кстати, не люблю таких жуков. И аксессуары для телефона. Есть наборы для того, чтобы уже подчеркнуть свою индивидуальность. Может быть, на уже... выпускной девочки будут присматривать, то есть прекрасные наборчики, которые именно девичьи. Мне нравится такой стиль, да, очень красивый. И сейчас у нас будет раздел декоративной косметики. Обожаю этот раздел, наверное, один из моих любимых. И сразу вам покажу ту самую шелковую тональную основу Fluid, от которой, мне кажется, все вот просто в восторге. Ну, я нет, я нет. Многие в восторге, почитайте отзывы, люди просто... не знаю, говорят, что лучшего продукта нет. Я ей не пользуюсь, оставила так, чтобы показывать, да, на демонстрациях. То есть первое, что мне не нравится, то, что здесь пипетка. То есть надо каждый раз откручивать, закручивать. Это неудобно. И второе, она у меня почему-то забивается в порах. То есть когда я только наношу, эффект просто вау. Правда, сейчас она темноватая для меня. Она становится пудрой. Она просто вот... идеально ложится на кожу, ее не видно, лицо холеное, как будто я модель голливудского какого-то там фильма. А потом она у меня забивается в порах. Вот, это мне не нравится. А так, конечно, девчонки пишут, что у кого жирная кожа, тем просто она очень-очень подходит и очень нравится. Далее у нас тональная основа Cushion.
как он выглядит. То есть открыли, здесь большое грязное зеркало, извините, пуховка, которой я не пользуюсь, потому что ее стирать не очень удобно. А вот тут самое интересное, я беру просто наш спонж для макияжа, сюда его так вот тыкаю, и вот она, эта основа шикарная. Вот знаете, с ней лицо выглядит сразу так молодо, кохоленое, вот ее не видно абсолютно на коже, и она носится очень хорошо. Я от этого продукта, да, конечно, я в восторге, у меня нет слов, как он мне понравился. Но и ценник тоже, извините, не маленький. Так, дальше у нас вышла новинка, это первый в Oriflame CC гель. Смотрите, я получила пробники, вот они у нас пробнички. Пробники приходят в таких вот флаерах, я бы сказала, да, такой буклетик, на котором есть описание, состав. Тут у нас цветокорректирующие пигменты, визуально убирают несовершенство, делают поры менее заметными, то, что мне нужно. Хотя у меня поры не такие уж и выраженные, но почему-то некоторые основы их подчеркивают. Так, гиалуроновая кислота, мы все знаем, что это прекрасное увлажнение и укрепляет естественный защитный барьер кожи, эластичность, упругость, молодость. И микрожемчужины, золотистые микрочастички с легким радужным отливом. Они создадут эффект нежного, сдержанного, естественного сияния. Слушайте, ну нам надо с вами попробовать. Здесь же еще SPF 25 и... Та-дам! Попробуем сейчас на руке хотя бы, чтобы появилось какое-то уже впечатление, что это за продукт, да, и с чем его едят. Вот так мы немножечко можем надавливать. Мне много не надо, мне надо совсем чуть-чуть. Куда мы будем наносить? Давайте определимся, чтобы и вам было хорошо видно. Ой, слушайте, какой он гладкий. Вот первое, что пришло в голову, слово гладкий, то есть он так хорошо наносится. Я только сейчас пробовала как раз вот эту тональную основу, видите, она как высохла и матовая стала. Так, и здесь я видела обзоры у некоторых девочек, а тоже официальных обозревателей, конечно, там просто такой восторг, а я еще не попробовала ни разу, все, руки не доходят. Какой у меня оттенок? Медиум, не знаю, что это. Немножко непонятно по пробникам. Так, ну что? Слушайте, впиталась идеально. И такое чувство, что есть небольшая липкость. Вот такое вот ощущение. Сейчас оно уйдет совсем. Ну, конечно, любому продукту нужно дать устояться на коже хотя бы 2-3 минутки, и потом уже делать выводы. А, вот липкость ушла. Слушайте, он прям впечатался в кожу, как невидимка. Здорово. Конечно, надо на лице пробовать. Ну вот, теперь буду пробовать на лице, раз уж открыла. А вы пишите, если заказали себе такой тон, мне интересно, как вам, попробовали, не попробовали уже, как впечатление. Мы листаем дальше наш каталог. Здесь у нас что? Карандаш для бровей. Да, хороший карандаш. Особенно я его обожаю за вот эту вот насадку, щеточку, потому что без нее накрасить брови бывает очень сложно. И сам карандашик, мы его вот тут посмотрим, надо его точить, потому что он, видите, у меня тупой. Но что я хочу сказать, для того, чтобы нарисовать такие, кстати, точилка Oriflame, нарисовать такие вот идеальные бровки, ой, что-то я его плохо поточила, мне кажется, карандаш нужно чуть-чуть пожестче. Нет, вот так хорошо остренький. Он должен быть остренький и вот так рисовать прям волосики. Но что мне нравится, я порой просто вот рисую бровь себе, вот так ее заштриховываю по форме, а потом беру вот эту щеточку и расчесываю. И вот оно с волосками брови смешивается, все, и получается эффект бархатной брови. Можно потом волоски прорисовать кое-где. И получится супер красивая бровь. Так вот. Ну, конечно, тот я еще художник, бровист. Но вот как-то так. Очень люблю этот карандаш. Кстати, он настолько огромный, приходит вот такой карандашище. И поэтому его хватает надолго. Тоже рекомендую, нравится.
Жидкая подводка Giordani Gold, вы знаете, нет, я бы ее повторно не заказала. Конечно, она мне понравилась, у нее шикарная кисть, она сама классная, но она моментально засыхает, и если я медленно, например, крашу, она раз засохла, надо опять идти за подводкой, и в конце она уже стала быстро засыхать. Поэтому я предпочитаю подводку серии The One или On Color, очень нравится подводка серии On Color, классная, просто нет к ней даже никаких нареканий. Так, здесь у нас тушь одна вот такая с изгибом, и вторая ангельская ласка. Смотрите, вот это удлиняющая, но я бы сказала, что там и объем ого-го какой идет вот с этой тушью. Вот она у нас ангельская ласка. Смотрите, какая кисть интересная, треугольник, здесь нет ничего по бокам. Вот шикарная кисть, и объем, и подкрутка. А вторая такая фильдеперсовая, я бы сказала, щеточка. Видите, она волной идет. И к ней, конечно, надо приспосабливаться. Нет, я ее повторять точно не буду. Хотя тушь мне, конечно, нравится по составу, как она ухаживает за ресничками. Супер, конечно, ничего не скажу. Но моя любимая 5 в 1 все равно выигрывает рядом с этой шикарной тушью. Так, дальше. Дальше помады. А я не взяла даже ни одной помады Giordani. Почему-то я забыла. Постояла над помадами и забыла их взять. Итак, здесь у нас представлены два варианта. Антивозрастная губная помада. Она идет, как вам сказать, такая более плотная и с ухаживающим компонентами. То есть она прям целевая для взрослых женщин. Далее матовая помада. Ой, тут их три даже вида. Матовая помада шикарнейшая. Кстати, у меня есть на канале обзоры, где я делаю свотчи. Вот на эти не помню, но мне кажется, тоже делала. А вот на это точно, потому что я в таком восторге от этой помады. А следующая помада у нас сатиновая, тоже великолепна. И тоже должны быть сводчи. Вот на эту не помню, делали или нет. А эти две точно делали, и они великолепные. Обе я бы только ими пользовалась. Далее у нас суперстойкая матовая помада серии The One Ultra Fix. Мне кажется, это уже такая нашумевшая помада, потому что у нее 8 часов стойкости. Такой дизайн, черный флакон. И у меня их целых три. Заказала самые классные оттенки, чтобы вот на все случаи жизни: красный, терракота и нюд. И я вам сейчас их покажу в деле. Вот здесь нюд. Она вот просто, я сейчас много раз делала, а ее просто вот ставишь, ведешь так по губе, раз, два, все, назад уже не надо возвращаться, она моментально делает классный классный цвет. Оп. Смотрите, какой терракота красавец просто. А вот это вау, куда мы вот сюда ее давайте. Класс, ну вы посмотрите. Ай, помада шикарная, но ей нужно краситься по-особенному. То есть накрасили, никаких облизываний губ или смешивания помады. То есть вот накрасили, дайте ей отстояться 8-10 минут, чтобы ничего вы с ней не делали. Она встает, становится матовая, и стойкость, вообще стойкость классная. Можно даже перекус делать, кофе-паузу. Конечно, если щички горячие со сметаной поедите, то вы, конечно, ее лучше заменить. Но в целом помада классная. Волшебные блески для губ. 5 оттенков с увлажняющим эффектом. Блестят губы шикарно. Они становятся более объемные, такие визуально. Блеск рекомендую однозначно. А вот помада стойкая, супер матовая, я себе не брала, но тоже есть на канале обзор. По-моему, они там одной только нет какой-то помады, делала свотчи. Помада, конечно, классная, но выбор, здесь очень много таких оттенков, холодных, насыщенных. Я даже не помню, не смогла я себе выбрать какой-то оттенок, чтобы он меня покорил, и я бы хотела его себе заказать. Нет, не покорил. Так, а у нас, смотрите, трендовая помада по спеццене при заказе туши. Ищи на странице 49. Тут мы возвращаемся назад, назад, назад. Вот. И что? Любой оттенок матовой помады за 349 рублей при заказе туши. Вот, смотрите, какая классная акция. А тушь, конечно, достойная внимания. Если
сравнивать с какими-то тушами, то ближе, конечно, к туше с эффектом накладных ресниц или 5 в одном даже, можно сказать. То есть она, но она делает, знаете, удивительно, она классно прокрашивает все внутренние реснички, всю мелочь, которую я обычно не могу прокрасить. Я думала, что у меня нет даже вот здесь ресниц. А за счет того, что вот здесь вот на конечке, смотрите, есть такая классная щеточка, ее практически не видно, но она есть. Так, вот если я вам ее очищу, то вы сейчас должны ее увидеть. Надеюсь, вам видно, что здесь вот как раз вот эта щеточка, и она дает такой эффект. И мне очень нравится вот этот изгиб. То есть я, видите, уже по привычке достаю, сразу складываю. И это мега удобно для того, чтобы прокрасить реснички. Я в восторге. Ну, тушь просто вау. Теперь у меня будет 5 в одном и вот эта новинка 360 градусов с эффектом накладных ресниц тоже. Кстати, моя любимица здесь же. Так, трафарета для бровей, пинцет. Пинцеты классные в Oriflame. А вот этот специальный набор для макияжа бровей и глаз, это лучшее, что было в Oriflame. То есть мы помним, что у нас уже был такой набор, два цвета, воск, третий. У нас есть помада, вот такая помада. Кстати, она теперь у меня проиграла, если сравнивать с этим набором. Чем она проиграла, ребят? Вот она у меня год полежала, и она подсохла. То есть я ее не использовала до конца, потому что то одно, то другое. Видите, все, она стала сыпаться, то есть она уже не рабочая. Это минус. А вот сухая текстура, она будет всегда актуальна. У меня есть на канале тоже обзор с этими оттенками. Я вам сейчас покажу, как они вот выглядят на пальчиках. Пробуем. Раз, два, три. Так, надо сделать будет. Вот они. То есть на картинке они прям черные, а в деле, посмотрите, какие классные натуральные оттенки. И как здорово это делать макияж бровей и глаз. Я как раз вот делала все. Посмотрите видео. Это очень здорово. Потрясающий продукт. И удобнейшая кисть. Давайте я вам продемонстрирую. Слушайте, я уже такая вся чумазая. То есть мы берем. Чуть-чуть она мне уже забилась, надо ее постирать. А ей так классно красить брови. Я даже перестала брать свою большую кисточку для бровей. Видите, цвет, он смотрится темным, или вот этот, например, а в деле-то он не такой уж и темный, очень красивые натуральные оттенки. Ну, давайте третий попробуем. Самый светлый получается. То есть, как они расположены, раз, два, три, так они идут. Я единственное, первый у меня посерединке здесь. Вот такой крутой набор. Теперь это моя любовь, и он победитель среди всего, что я пробовала. Даже. Так, а где у меня тушь? Я не взяла тушь свою любимую. 5 в одном хотела вам показать. Но я думаю, что эту легенду знают все. Редко встретишь человека, который не пробовал тушь 5 в одном. Есть у нас еще стойкая тушь для ресниц, но к ней сразу заказывайте вот такое средство для снятия водостойкого макияжа. Иначе вы с ней будете жить долго. Тинт для губ и щек. Но знаете, конечно, это модная штука такая, но у меня она не прижилась. Третий я отдала дочке, у меня два оттенка. Одно время я, конечно, начала пользоваться самым ярким. Я им дома пользовалась, чтобы все время были яркие губы. Но недолго. Долго, но недолго. Вот этот цвет. Но если вот так вот, например, нанести на руку и с руки уже брать, вот оно сейчас впитается в руку, и все, я руку уже помыть не могу. Даже вот сейчас прям я начну мыть руку, все равно останется след. И это не очень хорошо, потому что нехорошо сходить с такими пятнистыми руками. Вот я все тут измазала. Немного полосит. Это мне тоже не понравилось. То есть надо время прикладывать для того, чтобы сделать классный макияж губ. А если уж говорить про щеки, сами понимаете, переборщили немножко, все, вы уже не снимете. Оно впитывается в кожу губ. Это как плюс, так и минус. И в кожу щек. То есть все, сделали себе румянец такой яркий и ходите весь день как свекла или как морковка. Вот, так что
Я бы не стала повторять. Ну, можно для разнообразия, если у вас есть желание попробовать. Один какой-то оттенок, розовый, кстати, классный. И у нас вышла новинка. Суперстойкая тональная основа. The One in Action SPF 40. И я сегодня набивала заказ. Один тон пробую, второй. Ну, третий уж не стал, куда мне темный. Их нет на складе. Я не знаю, появятся они или нет. Я так хотела. Такой SPF высокий, такой. Так мне понравилась вот эта идея на лето матовый тон и компактная матирующая пудра. Сразу предупреждаю, пользуюсь ей регулярно, поэтому здесь она, конечно, не блестит. Вот так это выглядит, когда постоянно пользуешься, да, тут вот это все затертое уже, не отмыть. Что по поводу пудры? Она классная. Если вы пробовали пудру раньше в Oriflame, ту же самую The One, то вы бы мне сказали: ого, небо и земля, какая стала эта пудра и какая была прошлая. Хотя прошлое тоже все любили, но это круче намного. Так, ну вот я с такими чумазыми руками дальше хожу. Я хочу, чтобы вот они еще устоялись, показать вам, что они хорошо стоят, ну, стойкие. Так, дальше у нас идут стики, у меня целых три. Не знаю, зачем мне так много, но я не могу вам сказать, что я жадина. Нет, мне их присылали на обзор, поэтому они у меня есть в наличии. Что сказать? Смотрите, год прошел. Ой, я, по-моему, пудру рассыпала. Так старалась. Вот, будем теперь с пудрой листать каталог. Я бы, наверное, не стала себе заказывать. Во-первых, смотрите, сухая вот эта вот кремовая текстура, она подсыхает со временем, потому что надо интенсивно пользоваться. Но если у вас еще целый набор, и еще тюбик, и еще один тюбик, и вы понимаете, что вы просто не успеваете все использовать. Но вот контуринг офигенный здесь, очень классный. Румянами почти не пользуюсь, чуть-чуть ярковатый оттенок для меня, для моей кожи. Только вот сейчас летом начну пользоваться. Или беру прям чуть-чуть, вот так вот размазываю, прям чуть-чуть, чтобы не переярчить щеки. А вот хайлайтер обожаю. Честно говоря, я бы из всего этого выбрала один хайлайтер, и я им действительно одним и пользуюсь постоянно. И изредка вот этим корректором, когда хочу сделать контурингом, да, не вижу, мне отсвечивает немножко. Так что, кто любит вот такие вот текстуры кремовые, смотрите, какие по цветам. У меня только одного нет продукта, ну, хайлайтер просто шикарный. То есть у него нет ни золотого потона, ни розы, он какой-то нейтральный, такой классный, вот то, что нужно. Обычно ищешь что-то хорошее, ну вот находишь. Так, здесь у нас мультифункциональный увлажняющий крем-тон для лица The One AZ. AZ — это значит много у него эффектов. Он здесь у нас увлажняющий, то есть для нормальной, для сухой кожи. Есть, кстати, еще матирующий в этой серии, тоже 4 оттенка. И он, конечно, с кожей работает замечательно. У меня дочка только ему пользуется. Кстати, во всех других сериях мы не смогли подобрать ей тон. Даже самые светлые заметны на ее лице. А этот не заметен. У нее очень светлая кожа, она практически не загорает никогда. И кожа светлая-светлая. И вот этот тон ей классно идет. А здесь у нас палитры консилеров. У меня есть парочку, третью забрала дочка. А здесь... как раз у нас их вот сколько. Вот так выглядит палитра. Ну что сказать, мне неудобно. Я вот так не люблю. Открутила, положила. Где-то взять кисточку, куда-то ее положить потом. Поэтому они у меня не используются. Лежат только вот, чтобы лежали. А на канале есть видео, и где я все их вымазываю, показываю, куда наносить, что делать. Найдите видео, если вас заинтересовал этот продукт, и уже там тщательно посмотрите, а я листаю дальше. Тени – это моя любимая тема. Я не представляю, как бы я жила, если бы не было теней, потому что без теней у меня глазки какие-то вот, ну, незаметные на лице, маленькие, невыразительные, я бледненькая. Тени шикарные. Тени Рэфил называется. Вы можете выбрать любые оттенки. Отдельно заказать такую палетку. Здесь на 2, на 2 цвета, а есть вот так на 6. Я сразу взяла на 6. И поехали пробовать. Какой-то розовый, золотой,
розовый, я не вижу. Его здесь, может быть, и нет. Я просто хочу показать, что по качеству они классные, насыщенные, пигментированные. Смотрите, как красиво. А вот это? А? Ну классно же. Вот, так что вот все смешали вместе, тоже очень красиво. Мои любимые, кстати, которые использую постоянно, это матовые. И это первые тени, которые я повторно заказала. Недавно они у меня закончились, и я вставила сразу новый оттенок, потому что без них макияж не представляю, как можно сделать. Лаки. Есть у меня один лак как раз из этой серии, но мне он не нравится. Я такие цвета вообще не использую, хотя мне Миша сказал, ты что, как красиво, такой летний, яркий. Ой, я вся перемазалась, меня уже купать надо. Летний, яркий, супер. Я делала с ним макияж, хотела сказать, красила ногти. По-моему, рилс я делала в Инстаграм, посмотрите. Яркий, сочный, стойкий. В один слой накладываешь, лежит супер, но цвет не мой вообще. Я люблю вот такие лаки. Посмотрите, какие они красивые, нюдовые. Здесь у нас еще пилочка для ногтей. И базовое покрытие, пленка для ногтей тоже. То есть вы наносите пленку, сверху лак, а потом вот так пленочку просто снимаете. Заказывала сегодня кисти, покажу вам какие. Я взяла кисть, значит, вот такую двойную, вот такую, вот такую и вот такую. 4 кисти. Ни одной нет на складе. Я так хотела кисть. О, вот кто меня покорил в самое сердце. Конечно, я когда смотрю на вот сюда, я огорчаюсь, потому что я бы с удовольствием взяла еще один цвет, несмотря на то, что у меня 55 помад примерно, но эти помады, они нереально классные. Посмотрите видео свеженькое, есть на канале, где я как раз крашу губы нежный розовый цвет. Как ей удобно красить. Смотрите, тюбик вот так нажимаем, используем до конца помаду. Какие цвета на губах, как лежат. Вау, я просто... Она, конечно, не стойкая, куда бы намазать, я уже рядышком хочу. Я вот с этой помадой, кстати, стала постоянно на видео. Вы, наверное, смотрите, что это у Лили за новый цвет. Это вот этот цвет, потому что я в нее влюбилась, в эту помаду. Хотя я яркие не ношу оттенки. Но, кстати, вот это выглядит на мне даже как-то не так интересно, как вот этот темный насыщенный оттенок. Просто восторг! Как она мне нравится по качеству. Все мне в этой помаде понравилось. Никаких нареканий вообще. Помада On Color. У меня есть один оттенок теплый ореховый. Так, куда бы нанести? Вот здесь попробуем. Вот такой вот насыщенный цвет. Мягкая, питательная помада. Хорошо лежит. Тоже удивительная помада. Кстати, многие ее набирают. Прям вот цветов много. Здесь не все цвета представлены в этом каталоге, потому что цветов гораздо больше. Туши у меня такой нету. А, кстати, веерная у меня есть. Но я ей не пользуюсь. Все-таки кисточка мне не очень привычная. Я привыкла к силиконовым. Такие пушистые для меня как-то, ну, не знаю, уже все. Поэтому сама тушь классная. И кисточка, кстати, справилась с моими капризными ресничками. Поэтому, если ищете себе тушь, более, да, по доступной цене, то, конечно, вот смотрите, и та очень популярны. И есть карандаш для стайлинга бровей. И есть еще карандаш для глаз, коричневый и черный. Там небольшие карандашики, имейте это тоже в виду. Вот моя любимая коллекция. Смотрите, мой лак сейчас шоколадное молоко. Я вам его покажу. Вот он. Тут я уже вся в пудре, в тоналке. Вот он, шикарный лак. Просто шикарный. И у меня есть один оттенок помады, по-моему, пряная карамель. Да, вот она, пряная карамель. Смотрите, какая она действительно пряная. Шикарная помада. Очень мне нравится. И цвет необычный, неординарный. Такой неизбитый оттенок. И сама помада мне нравится. Все, вообще восторг. А девочки у нас брали такие тени и очень похвалили, что качество понравилось. Цвета здорово. Цвета очень хорошо смотрятся, тоже мы видели
выкраску, тоже понравилось. Так, BB-крем. Популярный стал BB-крем в последнее время, именно вот серия On Color. Компактная пудра без зеркала, кстати, я вам хотела сказать, один единственный недостаток вот у этой палетки, то что здесь нет зеркала. Такое чувство, что его вот просто забыли сюда приклеить, потому что ну как такая палетка без зеркала, тем более и зеркало не маленькое, оно бы тут так хорошо бы было. Иногда бывает, что зеркало необходимо, но его здесь нет, к сожалению. Далее мы идем уже к уходу за телом. Шампунь для волос, сухой шампунь, серия Hair X. Очень маленький расход, то есть не берите много на волосы, а то иначе вы не вымоете этот шампунь, и у вас будет ощущение, что волосы жирные, не промылись и так далее. Я, кстати, себе заказала вот эту серию, защитный шампунь с климат-контроль. Очень люблю эту серию, и вот в прошлом каталоге взяла как раз наборчиком, шло по выгодной цене. Прекрасный вариант, если у вас волосы фризуются, непослушные, то есть он мне нравится, какие волосы становятся, они такие гладкие, такие холеные, ухоженные, бальзам прекрасный. Здесь есть еще мультифункциональный CC-крем для волос, то есть он много делает с волосами, то есть и защищает при сушке, и как кондиционер, волосы расчесываются шикарно. Вот девочки хвалились, у кого проблемы, что волосы путаются, расчесываются шикарно. И еще статика, вот у кого вот эту мешает, да, там шапку сняла и одуванчик, вот пожалуйста, CC-крем вам в помощь. И есть расчески, расчески все в Oriflame крутецкие. Так, здесь спеццена при заказе любых двух, поэтому смотрим. Крем для душа, такого у меня нет. Жидкое мыло, кстати, есть мыло, забыла взять или взяла. Нет, сейчас как раз пользуемся таким мылом. Кусковое мыло и питательный крем для рук и тела. Я вам только покажу бочонок, он у меня закрытый, потому что заказывала под клиентку. И вот он, ой, тяжелый, 250 миллилитров вкуснейшего ароматного крема. Все его, конечно, очень любят, потому что он питает, он, знаете, вот воспоминания такие, сказки про Клеопатру, как она принимала ванны с молоком ослиц и натирала кожу медом, и поэтому она была такая непревзойденная красавица, да, считала, что она самая красивая женщина в то время, холеная, необыкновенная, потому что вот так ухаживала за собой. А у нас теперь это есть вот в доступе, просто можно брать и пользоваться. Серия Scents and Moments. Я уже пользуюсь гелем для душа с грейпфрутом и лавандовый. Ай, вот лаванда классно на ночь, чтобы расслабиться, успокоиться, подышать этим приятным ароматом, который влияет на нас как релакс. И также есть здесь чувственность, то есть если вы хотите пробудить в себе наоборот чувственность, а не засыпать, то вам нужен романтик. И жидкое мыло и лосьоны серии шафраном и пачули, восточный такой немножко рисковатый аромат, эти красивые оформления, дизайн красивый, дозаторы шикарные, здесь есть также кусковое мыло с натуральными эфирными маслами. Щетка для распутывания волос, она стала моей любимочкой. И знаете почему? Во-первых, она справляется со своим делом на 100%, во-вторых, ее так удобно с собой в сумочке носить, она небольшая, в любую, даже маленькую мою крошечную сумочку она все равно помещается. Масло для сухих волос пшеницы и кокосом, вот такой маленький тюбик, буквально там 15 миллилитров, ага, да, 15, его нужно разогреть в горячей воде и перенести уже на влажные первый раз помытые волосы, оставить на несколько минут, смыть и еще раз помыть волосы шампунем, и тогда вы получите крутой эффект. И также в серии Love Nature есть кондиционер для сухих волос с пшеницей и кокосом, шампунь 2 в 1 для всех типов волос с авокадо и ромашкой, и шампунь для окрашенных волос. То есть они тут расставлены по порядку, тоже можете выбирать по 250 мл в них. И цену вы тоже видите. Дальше у нас... А почему-то я не вижу пену. А, пошла в ванну и забыла взять пену. Хорошо. В принципе, я тоже про нее рассказывала, пена классная.
вкусно пахнет, но она больше, как бы, мне кажется, новогодняя. Тут даже пар идет, пузырики от пенки летят. И очень здорово, что в этом наборе есть и щетка для тела на длинной ручке, и перчатка, которую можно две заказывать сразу на две руки и классно купаться. Кстати, я, по-моему, пропустила мыло. А, нет, она, наверное, еще будет впереди. Все, я запуталась уже. Так, здесь у нас серия уходит. Смотрите, крем. Прекрасный крем с черешней и миндальным маслом. Вы даже себе представить не можете, насколько это вкусно пахнет. Такой густой. Вот специально вам пока. Это мой крем. Несколько раз я его себе заказывала, у меня его все время перехватывали подружки. Я даю понюхать с целью, что закажите себе, а они: «О, отдай себе, закажешь», забирают. Вот смотрите, какой густой. Специально показываю, чтобы вы видели, что это будет питание вашим ножкам шикарное. Ой, а пахнет. Ой, прям черешневым вареньем пахнет. Очень вкусно. Здесь в тон же идет пилка для пяточек шлифовальная. А вот дальше парфюмированный крем для рук Экла Нюэ. У нас есть такой же аромат, вот, который я очень полюбила. И я открою вам секрет, что сегодня я заказала себе этот крем. Я его очень хочу, потому что аромат просто на 100% мне подходит идеально. А, вот пена. Простите, ребят, вот нашла ее. Хотела показать, не заметила, что она стоит чуть в сторонке. Вот такая пена, 300 мл. Хорошее оформление. То есть у нее тут просто крышечка откручивается, закручивается. Чуть-чуть еще осталось. Пенку мы очень любим принимать. Ванна с пеной. Так, здесь еще набор. И набор непростой. В коробочке вы получите три вот таких красивых тюбика по 30 мл крем для рук. У него будет примерно вот такой же, такая же консистенция. Не знаю, где показывать уже. Вот тут покажу. То есть такой вот чуть... как лосьончик, да, такой вот жидковатый, не такой густой, как я вам сейчас для ног показывала крем. Моментально впитается, но чем интересен этот набор? Три разных аромата. Гордыня, сирень и, по-моему, роза. Да? Не помню. Три цветочных классных аромата. Невероятно. Красивый дизайн, оформление, как для себя любимый, так и в подарок. Ой-ой-ой, задела камеру. Так. Гель для интимной гигиены, конечно же, это мой любименький, я вам показываю. А здесь у нас какой идет? Успокаивающий, да, вот как раз он и есть, зелененький. Я просто его вижу как голубой и удивилась, думаю, зачем я взяла зеленый. И есть тут также еще смягчающий лосьон для интимной гигиены. Тоже очень крутой продукт. Если не пробовали, попробуйте. Дезодоранты есть спрей, есть шариковые. Я люблю шариковый. И именно вот этот серенький, с серой крышечкой, он не оставляет следов. Он практически ничем не пахнет. И да, следов на черной одежде. Вот что важно, на темной одежде вы его не увидите. Будет как невидимка. Это очень, очень важно. Так, сейчас у нас дальше идут ароматы мужские. Ароматы, конечно, только через пробники. Вот у меня есть мужской. Миша пользуется Экла. Он такой вот большой, я ему подарила. Он сладенький такой, такой сексуальный. Ой, прям вообще супер. Так, все ароматы мы через пробники, как я уже всегда говорю, чтобы понравилось, потому что от каждого человека по-разному пахнет. Есть серия мужская, Novage, чтобы наш мужчина тоже выглядел всегда хорошо. А есть триммер мужской. Кстати, здесь без скидки представлен. И сейчас у нас начинает серия Novage. Гидрофильное масло, которое подходит для снятия макияжа с глаз, то есть очищение кожи. Сначала делаем с маслом очищение, наносим его на сухую кожу, массируем, потом добавляем воду через пальчиками, да, смачиваем пальчики, смачиваем кожу, взбиваем это все, получается беленькая эмульсия, смываем, а потом еще раз умываемся каким-то своим средством. Пусть это будет гель-тоник Novage или какое-то ваше очищение. То есть тут идет двойное очищение обязательно.
Так, что здесь у нас? Обновляющий пилинг. Классный пилинг, кстати, очень недорого за такой продукт, я считаю, потому что такая процедура, во-первых, приятная, во-вторых, она эффективная. На 20 минут на ночь после очищения, только не утром, особенно если яркие дни уже солнечные, утром нельзя, ни в коем случае все пилинги либо делаем перед сном, либо вообще делаем не летом. Ну, хочется же тоже кожу чистить. Крутой продукт. Далее, эмульсия для лица против воспаления и гель против воспаления 24-часового действия. Чем отличается? Эмульсия, она в виде кремика и с таким специфическим запахом. А гель, он прозрачный, и он покрывает место, куда вы его наносите, воспаленный участок, пленочкой. То есть потом утром, да, я снимаю эту пленочку просто, но вот работает гель у меня круче сработал, чем вот эта эмульсия. Наборы антивозрастные, мои любимые наборы, без которых я своей жизни не представляю, они приходят вот в такой коробке крафтовой. То есть сначала идет такая обложка красивенькая, мы ее снимаем, внутри крафтовая такая коробка. Так, сейчас я ее открою. Далее тут вот лежит открыточка такая с инструкцией, как пользоваться, а внутри весь набор. Набор состоит из очищения, видите, внизу очищение, крем для кожи вокруг глаз, крем дневной, крем ночной и сыворотка. 5 продуктов. Правильно, 5 продуктов. Вот я себе заказала, потому что с этим набором очень себя чувствую молодо, мне кожа невероятно комфортно. Конечно, я еще люблю второй набор, вот сиреневый Ultimate Leaf, поэтому взяла себе сразу целый набор. Коллаген на лето просто будет супер. И здесь у нас серия распределяется даже не столько по возрасту, как здесь написано, а именно по задачам. То есть если надо мимику убрать, то есть быстро, да, вот чтобы кожа прям встрепенулась, то это коллаген. Если у вас контур плывет, да, то есть овал теряет форму, то вам нужен Ultimate Lift. Это уже для взрослых девушек, здесь уже все, да, и контур, и цвет лица, то есть на все воздействует. Далее, для чувствительной кожи и осветляющий против пигментации. Выбирайте, какую вам задачу надо порешать. Также можно все это по отдельности заказывать. Выгоднее, конечно, получается, потому что здесь скидка идет. Кому-то, например, у меня бывает такое, что первым продуктом заканчивается сыворотка, потом крем для кожи вокруг глаз, потом дневной, потом ночной. То есть они заканчиваются, я постепенно докупаю тот, который мне нужен. Вау, как я люблю пептиды. Я вам даже покажу, как они выглядят. Я вот начала пользоваться, 3 штучки сделала и пауза. То есть берем ампулу, вставляем вот сюда в манжету вот так и надавливаем, чтобы она туда прям провалилась. Ой, как ее теперь вытряхнуть? То есть вы нажмете, услышите щелчок, значит у вас отломится верхняя часть. Только предварительно сделайте как-то перед уколом вот так постучите, чтобы масло из верхней части опустилось в нижнюю. Потом вы берете вот эту пипетку, вставляете сюда комбо и вот так вытряхиваете все масло, чтобы оно стекло полностью в эту пипетку. Открываем пипетку, масло не потечет. Вам нужно подставить ладошку и потихонечку давить. Но вот здесь очень аккуратно, чтобы не раздавить саму колбу. Поэтому что я делаю? Я держу пипетку вот так двумя пальчиками, указательным и большим. И по чуть-чуть приподнимаю вот эту колбу, чтобы попал воздух, и надавливаю, получается, как шприцом работаю, и выдавливаю ровно половину содержимого. После этого закрываю пипетку, а вот это все, что выдавилось, я использую на кожу лица и шеи. То есть здесь у нас на 2 раза. Какой эффект от пептидов? Уходит дряблость, кожа становится плотная, молодая. То есть курс вот 7 дней, но я эффект увидела с одного применения, то есть сразу я сказала: ого, вот это класс. То есть здесь у нас, ну, вы можете все в принципе почитать, как они работают, но самое главное, что вот уходит дряблость, кожа становится подтянутая, плотная, она как будто даже на ощупь более такая толстенькая становится, суперская. Так, у нас здесь
сыворотка концентрат с ретинолом. Кстати, я его себе взяла сегодня со скидкой 50%, потому что это работа с глубокими уже морщинами. 4 недельки работаем. Далее обновляющее обновление кожи, то есть это сыворотка пилинг с 6% содержанием АХА-кислот. Тоже всю серия про Сьютиклс. Далее у нас идут серия уже Essentials. Здесь очищение, увлажняющий крем, которого тоже нет на складе, и губка для умывания. Аппарат Skin Pro Sonic для очищения кожи шикарный. Мне нравится, что здесь 3 насадки. Одна массажная, моя любовь, одна скраб насадка и очищающая. Серия Королевский бархат. Кстати, она идет без скидки, но со скидкой интенсивные подтягивающие капсулы, которые действительно очень эффективны. Если у вас особенно вот сухость, упругость теряется кожа, то они сработают. А кто это такие? Малыши-смягчашки. Вот так выглядит смягчающее средство. Здесь 15 мл. Прекрасный продукт, который помогает нам справиться с сухостью в любых местах, где сухо, туда и мажьте. Губы, кутикулы, локти, на лице какая-то сухость, даже на коже вокруг глаз. Вот все, да, болячки, пятки, колени, ну локти, конечно, это самое, мне кажется, распространенное, что все спасают. Кстати, я заказала себе вот такую новинку. Это спрей для тела и помещений с эфирными маслами сандала и лавандина. Релакс. То есть у меня есть такой ролик маслица для того, чтобы хорошо спать. Мне очень помогает. А здесь спрей. Как я могла мимо него пройти? Никак. Конечно, заказала. Так, далее. Мне кажется, мы уже приближаемся, да, к уже ароматы женские. Ой, ну я не могу не показать этот аромат Divine Sensuale. Посмотрите, какой он красивый. Вот он как снаружи красивый, так и внутри. Прекрасный аромат, очень вкусно пахнет, он стойкий. Вот мой любимчик, я вам его, кстати, уже показывала, Eclat Nuit. И мне, знаете, один аромат какой нравится, я вам сейчас покажу. Вот! Это парфюмерная вода Амбер Эликсир Кристалл. Эликсир Кристалл. Девочки, если вот есть возможность пробник где-то подегустировать, вы влюбитесь в его неординарность. Вот на лето, как раз вот весна уже, более позднее лето. Ароматы надо пробовать через тестеры. По описанию вы можете ошибиться, потому что в одном аромате, в хорошем, да, вот таких вот дорогих ароматах, около 80 нот. Представьте, здесь в описании вы читаете 3 ноты, максимум 6, а их 80, поэтому надо пробовать. И по стойкости они все разные. Серия вот Feel Good, легкие-легкие, невесомые ароматы буквально. Дезодоранты, то что удобно, идут под аромат, можно подобрать. Например, выбрали Позис, вот вам Позис, выбрали Valare или Divine, вот вам, пожалуйста, дезодорант такой же одноименный. Так, а здесь у нас крем для душа. Я смотрю, у нас еще тут немножечко осталось показать вам, какой красивый флакон. И крем для душа отлично увлажняет кожу. Если кожа сухая, то лучше брать не гель, не гель, вот это гель, а крем для купания. Он также пенится, он также прекрасно очистит кожу, но он уже будет увлажнять кожу на этапе купания. Или берите вот такие серию Feel Good с натуральными эфирными маслами. Забыла взять вам показать такой тюбик. Вот, они тоже увлажняют кожу. Здесь еще и мужские есть гели, шампуни, гели. Ой, шикарная маска. Ой, какая она стала дорогая, 539 рублей. Маска с Шведиш Спа. Это, знаете, как крем я вам показывала для ног. Густой, густой. Но это прям вот маска, смотрите, какая. Насыщенный аромат спа. Серия Шведиш Спа мне очень нравится. И то, что очень густой состав, такой плотный состав. На ночь наношу, он быстро впитывается, но я чувствую прям, что он еще есть, я уже засыпаю, а утром встаю, и вот мягкая, гладкая кожа, как я люблю, потому что кожу хочется, да, сохранить молодой и красивой. У нас есть маски для волос, серия Мед и молоко или серия Элио на любой вкус. Сама серия Элио, масло. Кстати, я вот это все забыла взять, у меня все есть, у меня есть как раз маска сейчас медовая. Очень ее люблю. Серия Элио
шампунь еще чуть-чуть есть. И масло, именно вот такое ночное люблю, использую для волос, для сухих волос, прям подчеркну, набор мед и молоко, здесь кондиционер и шампунь. Особенно даже не то, что для сухих волос, а у кого сухая кожа головы. То есть, если вам надо кожу напитать, то это лучший способ спасти, да, и кожу, и волосы. Или краситесь, например, волосы поврежденные, сухие. Так, для того, чтобы сохранить свою кожу молодой и красивой, лучше вообще не загорать. Но если уж вы пошли на такой риск и легли под солнечные лучи, то будьте добры, защитите свою кожу. А если вы мне не верите, то сходите в онкоцентр, да, и посмотрите, что там происходит, и вы точно перехотите загорать без солнцезащитного крема. Потому что защита от солнца – это первое, о чем вы должны позаботиться для себя и для своих детей. И что еще важно – не сгорать. Потому что это неприятно, это больно. Вот с нашими средствами вы точно не сгорите, потому что они проверены мной уже долгие годы. Работают они на 100% классно. Здесь большое разнообразие. То есть мы уже можем, да, загорать. Кто-то, у кого-то уже прям очень тепло. Девчонки хвалятся, поэтому помните, что сказала Донскова: не загорать без солнцезащитных средств, а то буду ругаться. Так, что у нас дальше? Ночной увлажняющий крем для ног. Покажу вам вот свой, которым пользуюсь. Ой, не закрыла. Очень крутой крем, прям очень хорошо увлажняет кожу ног. И рук, я, кстати, им иногда и руки мажу, мне потому что нравится его тоже состав, и этот запах приятный, авокадо я в принципе люблю, тоже такая консистенция жирненькая, то есть этот крем реально вот на ночь, мне кажется, он так и называется, да, он ночной, он отлично увлажняет, и если у вас есть такая проблема, как ноги отекают, потеют, то вот дезодорант, кстати, почти заканчивается уже. Дезодорант большой объем 250 миллилитров. Видите, даже вот в экран не входит практически. Я его рекомендую, потому что он спасает и от отечности, и от натираний, и защищает ноги, как антибактериальный эффект дает очень хороший. Здесь всевозможные пилочки, щеточки, подушечки туда, подушечки сюда, чтобы ногам было комфортно, потому что скоро лето, и нам нужно, чтобы ногам было комфортно. Вот он. Вот он, как раз тот момент. Я почему-то думала, что я его пролистала и забыла вам показать мыло. Вот такой кусочек Scents and Moments у меня с миндалем, с миндальным цветом, успокаивающий, приятный аромат. Мыло классное. Вот просто хороший, добротный кусочек мыла, который не раскисает, долго служит. Гели для душа серия Discover. Кстати, их очень тоже люблю. Вот у меня один есть как раз такой, джунгли Коста-Рика. Густой. Коста-Рики. Густой, концентрированный, такой душистый гель, очень приятный. Так что можно смело брать. И крема для рук. Вот такой у меня есть крем. Кстати, я его берегу. Мне так нравится. И мне нравится его оформление. Мне нравится, что он мне напоминает о Новом Годе, об этом чудесном празднике. Этот невероятно вкусный аромат, такой гурманский, с нотками ванили, корицы, такой яблочком пахнет. Прям Новый год. Зубные пасты. Oriflame супер. Это травяная паста. А это освежающая, и она гелевая, видите? То есть она очень мне нравится, эта паста. Кстати, я почему-то ее раньше не особо как бы любила, а потом распробовала и поняла, что она одна из лучших. Вот и все, мы дошли до финала. Кто был со мной до конца, вы молодцы, огромные. Я вам покажу еще карандашики. Единственное только... Так, вот карандаш шоколадный, он тут есть или нет? Я его почему-то тут не вижу. Сливовый? Нет, его почему-то нет. Не все, значит, карандаши вошли в эту акцию. Просто по качеству, чтобы вы видели, насколько они крутые, эти карандаши. Они сами, можно сказать, рисуют. Вы им только говорите: нарисуй, и вам вау, губы красивые.
И то же самое с глазами. Карандаши не текут, не плывут, не жирнятся, никуда не деваются. В общем-то, мы с вами молодцы. Я покажу, что у нас в результате получилось. Брови, да? Эти те самые тинты, которые я теперь не сотру практически, ну, чуть-чуть смоются и все. Так, вот стойкие помады Ultra Fix. Ну, чуть-чуть вот едут, видите? Но на губах держатся супер. На чашке не отпечатываются. На маске не отпечатываются. То есть, если вот взять какое-нибудь чистое, что-то чистое. Так, это я не в ту влезла. Вот так. Короче, я задеваю вот эту помаду или какую-то еще вот в красную. То есть, чуть-чуть вот прямо отпечатывается. Это... очень хорошая помада, действительно, нет слов. Так, это он Color, и это вот та шоколад, со вкусом шоколада помада тоже. Все, я вся перемазанная, вся такая красивая, давно я такой не была, наверное, с детства. Шучу, такая это что? А, это вот матовые помады, он Color, я хочу сказать, что они не стойкие, но лежат хорошо. Это в тюбике, которая помада. Вот, все, я намешала, пойду купаться. Спасибо вам за внимание, спасибо, что были со мной до конца. Буду рада вашей обратной связи, если была вам полезная. Пишите, что нравится вам, пишите, какая у вас любимая продукция. Мы все читаем, интересно же знать, что любят наши подписчики. Буду вам очень благодарна. Всего доброго, пока-пока.